Всем привет! Меня зовут Алиса, и да, я сейчас в халате, потому что сейчас очень холодно дома. Да, давайте начнем. Сегодня я расскажу о моих две новиночки. Давайте начнем. Это новиночки не Monster High, а это сумки. Да, сумки. Наконец-то появились сумки. Вообще они у меня и были, только они не очень такие были. Только они детские были. То Сфинкс с Барби. Йоу, да. А сейчас у меня появились настоящие взрослые сумочки. Нет, не Винкс. Нет, не Монстр Хай. Нет. Это уже взрослая фирма. Сама фирма взрослая. Нет, не Метал. Да. Давайте начнем. Первая — это сумка из Луи Виттона. Да. Какой-то очень красивый, я считаю. Вот. Коричневый. Джинсового цвета. Но вообще он сам джинсовый. Кстати, у меня есть еще. Кошелек Louis Vuitton, но он старый уже. Может, что есть. Видно тут. Царапана. Вот. Вот. Ну тут еще много царапаний, как сказать. Только вы одну тут видели, а так очень много тут поцарапанного. Вот у меня кошелек просто из Louis Vuitton, он просто хорошая фирма. Следующая моя сумка. Я не знаю, если честно, с какой она марки, но она крутая. Я обожаю все крутая. Вот. Так, я типа иду, а на меня все такие смотрят. Я не умею ходить с сумкой. Вот. Вообще, я умею с сумками ходить, просто я так хожу. Ну, вообще. Да. Вот. Сама она тут с кроликом, она очень подойдет в мою шубку. Кроличью. Вообще, у меня такой низкий он. Вот так. Это типа курточки. А тут у них кролика. Да, я покажу, а не такая обычная шуба. Она шуба из кролика. Такая очень красивая. Мне очень она нравится, эта сумочка. Я решила ее купить, потому что она мне очень красивая показалась. Это были мои новиночки, так что ставьте палец вверх, подписывайтесь и пишите комментарии. Я вас люблю. Пока!